Ребята, привет! Ехала я за городом и что-то застучало в машине. Оказалось, что у меня спущено колесо, может, пробило. Я позвонила Алексу, и вот пока я жду его здесь одна, вокруг лес, никого вообще нет. Но у меня в багажнике куча камер. Я подумала, а не снять ли мне что-то такое? Ну, в общем, не знаю, что. Ну, надо использовать камеру. Вот, сейчас буду думать, как там, что. Так что вот буду думать. Может, это Алекс? Надеюсь, что... Нет, иначе я не смогу... А, ну точнее, может быть, смогу снять вместе с ним что-то. Правда, он будет колесо чинить. Нет, походу, это не Алекс. Ну ладно, пойду достану камеру, установлю и вернусь к вам. Будьте со мной, ладно? А то мне страшно одной. Ребята, все прикольно. Но везде какие-то хрусты. И что-то мне страшно. Как будто с деревьев что-то падает, а вдруг это кто-то ходит и ветки трещат. Машина едет. Сейчас посмотрим, что это. Кто это? Что ж, ребята, вот так вот приключение такое получилось. Вы знаете, у меня батарея на камере сдохла. И фонарь тоже сдох. И, в общем, хватило всего этого сокровища ровно настолько, насколько нужно. Я успела все, видели это. По поводу Алекса, я его, наверное, часто жду. Время зря не теряла, но тем не менее. И я ему звоню, у него телефон не отвечает. И мой садится, кстати. И, в общем, не знаю, буду вот как-то тут дремать в машине, если получится. Ладно, я вам потом напишу, чем дело закончилось, если напишу.
Ребята, это около 4 часов утра сейчас. Я ждала очень долго, у меня голова болит. В общем, я дома, колесо меняли долго. В общем, я спать. Пока-пока.